Доброго времени суток, с вами Invest Solution, и сегодня мы рассматриваем проект UserChain. Этот проект представляет собой разработку первой в мире зеркальной блокчейн-системы, которая улучшает использование блочной технологии. Авторы идеи намерены повысить производительность блокчейна за счет обеспечения эффективного управления транзакциями на основе системы идентификации. Ее низкие технические барьеры должны позволить применять ее на массовом рынке. Платформа основана на протоколе идентификации зеркал, объединенном с инновациями высокого уровня в рамках определенной структуры с использованием инновационных технологий. Основная цель проекта – устранить задержки в процессе разработки на базе технологий блокчейн и обеспечить идеальный баланс между масштабируемостью, безопасностью и децентрализацией. Поскольку система блокчейн-проектов быстро растет и в будущем будет объединять тысячи приложений, то надежная система верификации и идентификации будет крайне необходимой для безопасности и работы в сетях. Благодаря улучшению экосистемы поведенческих данных, которые генерируются событиями и людьми, все действия в сети будут прозрачными и необратимыми. UserChain имеет предустановленные условия, при которых используется общий уровень безопасности для обеспечения конфиденциальности между идентификатором и анонимной публичной блочной цепочкой. Таким способом платформа обеспечивает инфраструктуру, поддерживающую децентрализованные приложения, используемые в различных сферах. Одновременно с этим обеспечивается разделение между системой идентификации и удостоверением личности на основе доказательств с нулевым разглашением. Разрабатываемая платформа имеет ряд преимуществ, как и другие блокчейн-проекты. Это безопасная и надежная инфраструктура. Система будет использовать безопасную инфраструктуру, которая фокусируется на единственном способе сопоставления идентичности. Это дает преимущество платформе по сравнению с другими аналогичными сервисами в ситуациях, где требуется прохождение идентификации. Участие общественности. Платформа поддерживает возможность участия в ее работе пользователей из любых стран и регионов мира. UserChain обеспечивает поддержку возможности разработок с использованием в том числе и мобильных устройств, благодаря способности довольствоваться минимальными вычислительными ресурсами и низким потреблением энергии. Отсутствие энергозависимости. Благодаря техническим характеристикам платформа способна уменьшить зависимость от хешрейта, что позволяет снизить потребление энергии и экономить вычислительные ресурсы. Высокая производительность. Платформа использует ресурсы самого высокого качества для развития экосистемы с участием сообщества. Это, в свою очередь, открывает возможности для объединения различных приложений безопасности. Создатели платформы нацелены на внедрение нового консенсусного механизма и рандомизированного алгоритма доказательства выполнения работы, чтобы достичь безупречного баланса и высокого уровня эффективности. Для этого поколения блокчейна UserChain будет использовать многоуровневые методы шифрования и аутентификации, виртуальную машину идентификации, доказательства с нулевым разглашением, расширенные возможности смарт-контрактов и другие инновационные технологии. Давайте поговорим про токен Sail. Официальный токен платформы носит название UST. Он основан на стандарте ERC-20 блокчейна эфира. Пользователи могут приобрести монету в период ICO. Основная цель создания токена – дать возможность всем желающим принять участие в формировании сообщества. Токен также будет использоваться для вознаграждения разработчиков и сторонников платформы и обеспечения роста всей экосистемы. Это позволит каждому владельцу монеты использовать DApps-приложение. Периоды и условия проведения ICO. Распродажа токенов UST состоится с 6 мая по 16 июня 2018 года. Общее количество токенов UST – 20 миллиардов. Распределение токенов. Распродажа – 45%. Маркетинг и поддержка партнеров – 5%. Вознаграждение членам сообщества – 20%. Поддержка сторонних разработчиков – 15%. Команда разработчиков проекта – 15%. Распределение средств. Зарплата наемным специалистам – 35%. Операционные расходы – 5%, маркетинг – 20%, развитие бизнес-моделей – 10%, советники и консультанты – 6%, резервный фонд – 20%, юридическая поддержка – 4%. Дорожная карта проекта. Идея зародилась еще в 2016 году, а на данный момент третий квартал 2018 года – это разработка программного алгоритма согласования RPOF, проектирование расширенных смарт-контрактов, создание консенсусного алгоритма TPOS, старт бета-версии основной сети, достижение минимум 100 000 участников сообщества, релиз первого DApps-приложения.
В 2019 году планируется релиз AI-системы анализов поведения адресов, внедрение многоядерной системы, выпуск первого аппаратного алгоритма согласования AirPOF, создание мультииндустриальных DApps-приложений на основе технологии идентификации, начало работы децентрализованной системы обмена. Команда разработчиков. Над созданием платформы работает команда специалистов сингапурской компании UserChain Foundation Ltd, которая включает 14 человек, в том числе Генри Цао, основатель, генеральный директор, профессор высшей школы бизнеса Чун Конг, основатель первой финансовой программы MBA в Китае, член финансового сообщества США, ранее преподавал в Калифорнийском университете в Беркли, университете Северной Каролины, Ба Хонг Сан, соучредитель, начальник службы безопасности, профессор по маркетингу в высшей школе бизнеса Чун Конг, ранее работала в Ципер Бизнес Скул, Китайском университете Жэньминь, члены редакционной коллегии трех научных изданий. Шэнгли Джанг, главный научный сотрудник, старший специалист по блочным цепям, технолог беспроводных сетей, профессор, заместитель директора исследовательского института, приглашенный профессор Стэнфордского университета. Фэн Чэн, старший финансовый специалист. Эрик Су, главный операционный директор, имеет около 10-летний опыт работы в сфере интернет-индустрии и информационной безопасности в области общего управления и маркетинга. Эдвайзеры проекта. Медиа. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.